Не скажите, что можно есть с утра каждый день. Три дня поешь, потом на четвертый не забываешь. Гаспачо? Мне кажется, не нужно. Я вот могу гаспачо есть каждый день. Это для любителей помидоров. Это блендер, да? А у кого повышенная пита, вот они будут есть этот гаспачо. Я не люблю помидоры. И потом, как у них начнутся какие-нибудь прыщи.